Подожди, стой, что-то дернулось. Снимаю! 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 Я снимаю! Я снимаю! Я снимаю! Мужики! Беги! Беги! Все, все здесь? Давайте на диванчик. Давай, давай, оставляй. Там со звуками. Подожди, смотрю, как он меня будет трахать. Good friend. Всем привет, дорогие друзья! О! Видел? Видел? Вот это было очень круто! Друзья, всем огромный привет, с вами как всегда Олег Кофе и добро пожаловать на новое видео! Сегодня мы с пацанами залетели в новую игрушку под названием Content Warning. В этой игре нам приходится действительно снимать настоящий контент. Мы в роли чуваков, которые шарятся по заброшкам, отправляемся на одну из них, где наша главная задача, имея камеру под рукой, снимать всякие страшные паранормальные явления. И за счет этого мы должны собирать просмотры и становиться все больше и больше популярнее. Игрушка очень сильно похожа на Lethal Company, но она также смешная и такая же веселая. Так что обязательно досматривайте до конца. Если вы хотели увидеть вторую часть этой игры, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите об этом в комментариях. Игрушка реально очень крутая, вам 100% зайдет. Ну что ж, вам и желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Мы отправляемся снимать настоящий контент. Ну что, парни, готовы стать самыми популярными оболтусами на этой планете, да или нет? Я а? Буду популярным. Итак, сразу говорю. Паш, ты будешь сегодня самым популярным. Итак, смотрите, наша главная задача. Мы с вами летим на какую-то планету, снимаем какие-то паранормальные, аномальные какие-то происшествия. Куда ты лезешь, а? Ты чё, Карлсон или что? Я аномалия, Олег, я аномалия. Это, кстати, реально похоже на аномалию. Короче, мы с вами сейчас полетим на какую-то планету, должны снимать с вами какие-то аномальные происшествия и тем самым набирать просмотры. То есть мы станем сегодня однозначно популярными. Олег, ты как ты это сделал? Как ты это сделал? Я понимаю, личник. Скажи, как закастомить. Давайте сразу. Вот это у нас Артем. Вот это у нас розовенький Паша. И голубенький у нас сегодня Максим. Да, смотрите, у нас с вами есть 3 дня. У нас с вами есть 3 дня, чтобы набрать 3000 просмотров, пацаны. Давайте. Мы с вами умеем, да, это делать. Мы с вами умеем снимать видосы. Испытание. Давай, бегом. Что вообще? Что это за место вообще? Подожди. Ван какой-то, смотри. Телевизор. Не в сети. Спуктюб, пацаны. Пацаны, смотрите, YouTube только спуктюб. Спуктюб. А почему не скуф? Смотрите, план. Мы идем на какую-то землю, снимаем какие-то страшные вещи, и это потом выкладываем на спуктюб. И все, и становимся просто спуктюбами, понимаете, да? Олег, домашнее видео, давай, я снимаю, Олег, я оператор, давай. Где еще камеру взять можно? Я живу. Подожди. Есть магазин. Заказать. Это магазин, и мы будем все покупать. Смотри, у нас есть какой-то микро. Ох! Ничего себе, подожди, это освещение, не... есть какие-то фонарики, есть какие-то медицинские штуки, гаджеты какие-то, смотрите, там есть микрофоны, все вот это. Блин, прикольно, всякие анимации еще есть, вот это классно. Так, камеру дайте мне, я самый главный камерамен, мне камеру дайте, я буду сейчас снимать происшествия все. Олег, я оператор, вот смотри, я начинаю снимать. Давай. И здравствуйте, дорогие друзья, сегодня мы с вами отправляемся на паранормальную планету, сегодня мы с вами будем снимать. Включена. Подожди, то есть до этого она была выключена, я правильно понимаю? Давай, Макс, камеру. Все, я сегодня видеооператор, пацаны. А где он? Он наверху. Подожди, стой, я снимаю. Артем, я снимаю. Это ураган Котсвилл. Подожди, о, я включил запись, я снимаю. Идиотина. Ладно, полетели. Просто интересно, что нас ждет сегодня. Потому что пока вообще ничего не понятно. Но нет! А мы... Стой! Стой, открой дверь! Куда ж без нас-то, ребятки, а? Заходи. Так, закрыть двери. Все, мы все на корабле. Кислород еще, смотри, расстояние. Кис-кис-кис-кис-кис-кис. Взлетаем. Вообще пока ничего не понял. О! Здорово. Все, камера у меня. Открываем шлюз. Подожди, сейчас. Ох, блин. Ебать. Алло, проститутка, я прилетел, блядь. Где мы вообще находимся? Алло, нормально. У нас у всех тут звук, как будто мы в бутылку говорим. Так, я напоминаю, нам с вами надо снимать паранормальное явление. Так, ты тюбик из банки вылези, потом говори. Только смотрите, кислород заканчивается, да, так что на чеку будьте. Вот, поэтому рот много не открывайте. Вы слышите эти звуки? Фонарик светит. Вы слышите это эхо? Стой, куда ты, стой? Идем за мной. У меня камера, я самый главный.
Смотрите, наш шаг следующий. На улице, нам вовнутрь. Не-не, подожди. Тихо. Ебать. Ты чё, вообще идиот или чё? Блять, это Паша, долбоёб, иди нахуй. Это улица, нахуя мы сюда пришли? Мне кажется, тут везде будет. Помойка, нам вовнутрь надо, как Lethal Company. Ну погнали, а вот ладно. Надо. Погнали. А чё так фонарик быстро разряжается? Вы фонарики выключите, у меня уже 67% заряда на фонарике. Это вообще бред какой-то. У меня 62. Всё, погнали вниз. У меня фонарик компрессор. О, слышали звук какой-то? Или мне послышалось? Так, пацаны, чё-то я не знаю! Это у кого чайник там свистит? Мне пока вообще не нравится. Дверь, сюда, походу. А мы сосали кирпичи. А как понять, нам надо снять что-то страшное. Я могу Артёма снять, это будет считаться или нет? Подожди, стой, что-то дёрнулось. Снимаю! Я снимаю! Это что за улитка? Я снимаю! Не умирай! Все, хватит! Все, я заснял! Погнали дальше! Я снял! Уходим! Погнали, за нами, он за нами идет! А это что? Камень есть, могу швырнуть него! Я снимаю, он идет за нами! Я снимаю! Пацаны! Здесь никого нет! Тупик, нет, погнали! Да. Так, нет, наверх пока не поднимаемся! Наверх. Блин, он прям реально, вот здесь, вот сюда! За мной! Блин, пока! Вот нормально, вот еще дверь! Куда? Что это за место вообще? Я хочу на вот эту штуку. Можно так как-то? О! Мужики, ну нет! Ну пацаны! Ну не умирайте только! Ой, уходим. Нам сюда точно надо? Не знаю. Я боюсь, Макс, увидеть что-то еще страшное, реально. Я тоже боюсь, мне вот это улитки сосульки хватило. Ну давай пока сюда. Знаешь, что самое забавное? Как нам возвращаться потом? Все, у меня фонарик разрядился. Все, фонарика больше нет. Вон наверх выход. Уверен, что это выход? Мне кажется, мы... Я вообще не понимаю, да. Куда мы сейчас с тобой придем, если честно. Это улица, фу, бля. Уверен, что... Воу! Сейчас будет забавно, если пацаны на корабле, или мы... Или... Давай без них улетим. Давай их бросим, да, просто на произвол судьбы. Так они мертвые, все. О! Макс! Я снимаю! Камеру, самое главное! Макс, камеру! Отстань! Помоги! А что мне делать? Что, как выбраться? Бегу! Ё-моё, это что было вообще такое? Олег, беги быстрее. Я бегу. Давай, забегай. Бегу. Подожди. Всё. Так они живы, Макс, они живы. У меня, кстати, 22% пленки осталось на камере. Я слишком много всего... Мы что, реально без них? Боку на них. Подожди, стой. Мы могли подождать их. Мы могли подождать их, Зелуни, а? Как будто... Нет, мы к нам счет за лечение выставили. Пацаны, самое главное, мы сняли отборный материал. Подожди, надо сейчас бросьте камеру в машину для извлечения видео. Наугад, правильно? О, смотри, стой, подожди, так. Извлечение видео. Мне интересно, что там получится. Просмотры, нам нужны просмотры, самое главное, просмотры. Не, а посмотреть видос можно будет? Я не знаю, я надеюсь, что да. На телеке, мне кажется, можно будет. Подожди, пока процесс извлечения идет. Перекидываем с флешки, пацаны, слышите, с HDMI просто, честно, на это. Там дискрет... Нет, тут, по-моему, дискрет очень долго. Ну-ка. Затолкаемся вот этого дура, блядь. Ну как он застрял? Толкай эту дуру просто в пол, блядь, давай! Подожди, стой. Давай в ноги! Чё так долго реально извлекается видос? Дискрета, алё. Не удалось извлечь! Деньги! А почему? Подожди, стой! Диск не удалось извлечь! Погоди! Деньги капнули, у нас нет, подожди! Во! Загружается видео, смотри, не? Так у нас, смотри, справа, снизу... Олег, смотри на меня, у меня теперь новые эмоции. 2000 просмотров из 3000.
Загрузите видео на спуск туп, ну. Значит, поврежден и все. А как? В смысле? Ну, 2000 просмотров мы же набрали. Короче, ребят, не знаю, в чем проблема. Диск просто вот эту кассету заживала, походу, реально просто, и все. Ее просто заживала, и все. Надо покупать новую, но у нас 200 баксов есть, и мы 2000 сами просмотров уже набрали. То есть там магазин закрыт. А че, в смысле, подожди. Блять, охуенно. А как нам камеру купить-то, подожди, с чего? А может нам поспать надо? Пойдемте наверх лечь. Да. Давай, 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 походу реально поспать надо. Слышите, походу реально поспать надо. Только блин, не это... пухайте, пожалуйста. А как? Подожди, а как мы получили просмотр, если кассету... Это что такое? Вот это что? Ну, кто написал вот это там на телевизоре, я не понял, а? О-о-о-о, спим, 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 спим. Так, и выка... Все, два дня осталось у нас. О, купить оборудование, смотри. Все, вот теперь, может наше видео загрузилось или нет? Подожди, давай посмотрим. Загрузилось? Не, нету. Блин, ну это бред какой-то, реально. А, вот камеру. Ну, камеру дали бесплатно. Слушай, а может быть это из-за того, что мы видос тут снимали, типа, первоначально? Может быть, поэтому не это, не кассета не сделалась? Короче, что, нам фонарь? А фонарики А, все, полностью восстановились. Ну все, тогда полетели на второй раз, на второй заход, погнали. Это что вы сделали? Это доставка? А это что такое? Олег, это я нам для записи купил. А для чего это надо вообще? Но у меня... Не-не, фонарики, у меня есть фонарик, у меня есть фонарик. У меня есть фонарик. Да-да-да, в основном. Но он там в целом как будто и не нужен. Дроп взять для роликов. У нас денег нет, у нас... Вы все деньги потратили. Микрофон. Блин, засранцы, а все... Олег, для ролика надо, чтобы качественный ролик был. Слушайте меня сюда внимательно. Вот, Олег, я вот так вот камеру достаю, смотри, я буду слушать. Итак, дубль один, поехали, снимаем. Пашу тогда снимайте. Нет, погнали на планете это снимать, Все, полетели, все, давайте. Все, давай, шлюз открываем, погнали, пацаны, все. Ух ты ж. А это другая планета. Олег, так, давай, врубай давай, камеру. Давай. Кадр первый, сцена первая. Давай. Камера, мотор. Поехали. Итак. Всем привет, сегодня будет... Да хватит, да прекрати, сегодня мы будем продорвать явление в вторая серия. Все, погнали, все, погнали. Я его потом призраком надел. Я сел. Не махает их мне. Я сел на роли. Короче, пацаны, все, давайте, смотрите, нам надо дальше собирать. What the fuck? Блять, это Паша дыхнул. Вы уверены, что Паша? Да. Как будто не Паша, я нифига. Погнали вниз сразу, Нет, Паш, ты сейчас... Ну все, Габелла. Минус. Ты жив? Да. Жив? Ах, молодец. Все, давайте, погнали, давайте, вперед. Вижу, погнали, за мной. Снимаем, пацаны, снимаем. Давай, микрофон, микрофон нужен. Погнали дальше. Тоже подсними его, может быть это тоже даст какие-то просмотры. Вот сюда, короче, погнали. Короче, просто бежим. О! Подожди! Что-то вижу! Это что такое? Давай, я снимаю. Олег, давай. Камера. Давай, снимаем! Снимаем сцену! Паша, сюда. Паш, вставай! Вставай за рабочими. Не, за стол. Сцена 3, дубль 4. Поехали. Будете ли вы вас в чем вопрос? Очередная опасность планета, на которую вас привела судьбушка. Это все. Все, есть репортаж, сняли. Репортаж без напряжения сняли. Отлично, идем дальше. За видосы 18+, нормально можно. Пацаны, Кости. Надо подснять, подожди. Снимаю. Подснял. Давай, дубль 4. Бам, давай. Давай. Сначала мы нашли вот голову, и вот кости теперь. Я их заберу с собой. А что я не беру? Все, сняли. А места у тебя нету, я взял. А, нет, не могу, у меня камера в руке. Ремо! Мужики! Беги! Уходим, убегаем! Пошел он нахуй, он достал. Я не увидел.
уходим, я заснял! Тут, я тут заснял! Сейчас будет снись. Я заснял, уходим, просто бежим на корабль, просто я бежим! Я заснял! Ема! Все, тут нет, теперь я знаю точно, что мы там не одни с вами, понимаете, да? И не только эти, Камургулы там есть. Просто бежим на корабль. Кислород еще заканчивается. Да. У нас еще кислород заканчивается, в этом проблема. О, вот этого. Вот этого я сейчас никак не ожидал увидеть. Просто жесть какая-то. Быстро. Нет, стой, открой! У меня камера, вы что гоните? У меня этот репортаж, вы чего? Я самый важный среди всех тут. Все, улетаем. Давай, снимаю. Фух, не, вот это сейчас жестко было. Сейчас самое главное выгрузить. Контовка была хайп, Олег. Вот сейчас услышим. Нет. Это какой-то бред. Все, я камеру закидываю. Вы разговариваете, но я не... Подожди, стой. Не слышал, не вас. Стой, не, вылези. Не ломаем. Вот у нас... Нет! А, блядь! Подожди, фонарик. Стой, подожди. Откроется? Нет. Все, камера есть. Все, ждем видеоматериал. Надеюсь, на этот раз нам его дадут. Олег, ну концовка там хайп. Да, не спорю. Нет, ну опять, почему не извлекается? Я не понимаю. Так, ладно, парни, последний заход, смотрите. То есть мы с вами уже в целом набрали нужную... Попробуй одним дублем снимать. Давай, вот, я вот и хочу попробовать сейчас, давай. Просто одним дублем. Я не понимаю, почему у нас не сохраняется видос. Это очень странно. Может, это реально какой-то просто баг. Все, давай, стоп, репортаж тогда начинаем. Где у нас там... Что за звук был? Давай. Слышали? Хлопушку делаю и готово. Давай, хлопушка, давай, камера, мотор, поехали. Давайте, дубль, один, сцена, один. Майя, поехали. Паша, давай, ну. Всем привет, дорогие друзья, сегодня мы увидим что-то страшное, невероятное. Нам для этого нужно вниз придурок, ебаный, меня не слышно. Ну, у нас, как обычно, просто чувак с микрофоном нету. Сегодня мы будем, вот, будет что-то страшное, вот, все, идем. Все, ладно, погнали. На памяти. Давай, погнали. Подожди, я сейчас камеру, подожди. Селфи-мод. Ребята, всем здорово, это я, меня зовут Олег Кофе, я снимаю... Запись идет. Я снимаю 24 часа на заброшенной станции. Сегодня мы с моими друзьями пробрались в это место, чтобы снять для вас паранормальное явление. Готовьте чаюху, заваривайте кофеек, ведь сегодня вас ожидает очень хороший... Подожди. Здорово, мужики. Здорово. Паранормальное явление. Здорово. О, стой! Это что такое? Я же ебаленько чешу. Я трое! Четверо. Отойди. Делаю селфи. Прямо напротив меня. Прямо на... Снимаю! А их слишком много! Я вон нас, блядь! Чего так много там? Олег, как видос готов, пойдем выгружать. Погнали, не-не-не. А все, пацаны. А все, у нас фильм снят, все, у нас камера больше ничего не снимет. У меня все, я израсходовал всю камеру израсходовал. Погнали попробуем выгрузить такой видос. Вот там, пацаны! О, мужики! Вставай. Где я? Куда я? Ты тут, Олег, вот я сверху. Помогите, на меня что-то напало тут. Да помогите! Я умираю, камеру возьмите. Камеру возьми. Я умер. Уходите. Просто уходите. Наверх, быстрее. Что за бред? Блять, я ёбнулся, Паш, на тебя отвлекай, убегай! Тогда другой монстр! Осторожно, жертву, главное камеру! Быстрее, просто уходи! Нет, нормально, я на себя отвлек, он должен убежать! На меня что-то другое напало, на меня другой монстр напал! Так я понял, там большой, но самое главное, подожди, ты не подснял его! Нет, так все, там уже камера израсходовалась, главное камеру донести! Там все, там на камере места больше нету, там все место закончилось! Просто улететь, нормально! Ну мы сняли много, так что нормально, я думаю, нормально! Сейчас попробуем это выгрузить, я надеюсь, это выгрузить! Иначе это просто бред какой-то, реально. Все, я надеюсь, вот тот материал, который мы сейчас сняли, он выгрузится. Но по сути там все одним дублем шло, реально одним кадром. Там не было этих перебивок никаких.
Надеюсь, извлечется. Там Паш что-то снимал. Там Паш что-то снимал. Не, у Паши не было места уже, я все уже. Там меня нас вообще что-то убило, что-то жесткое прям. Что-то другой какой-то монстр появился. Ну, у нас 5000 просмотров из 3 написано. Это, смотри, это работает прям как в Lethal Company. То есть с каждым днем становится сложнее и сложнее. Да-да-да. Ну вот опять. Ну вот, а почему видос? Я не понимаю. Это реально странно. Это реально странно. Ну нам косарь, подожди. Нам косарь там было сказано выпущено или нет? Может, диск надо покупать? У меня 300 баксов почему-то. Ну вот, у меня тоже 300 баксов. Давайте поспим. Да, у нас сейчас, по идее, посмотрим, что дальше. Мы 8000 просмотров с вами набрали. В целом, это неплохо, но надо больше, надо больше, надо больше. 100% надо больше. Сейчас, короче, поспим, посмотрим, что будет дальше. Потому что мы квоту, по сути, выполнили. 45000 просмотров следующие! 45000! Чего вообще? Это нормально? 45000 просмотров, вы с ума сошли? Подожди, стой, может там реально просто кассету надо купить? Погоди. Освещение, гаджеты. Ну, я вот еще. А, ну в гаджетах нету ничего. Вот шокер для этих уебанов. Шокер? А нету ничего. Блин, это странно. А. Так, ребят, мы перезапустили все. Я на... О! 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 Ема. Подожди, стой, нифига себе, это вообще какая-то другая уже планета совершенно, слышишь? Да. Мне кажется, раз нам надо 34000 просмотров... Подожди, стой, там тихо, ножом! Подожди, снимаю. Тихо. Подожди, смотрю, как он меня будет трахать? Снимаю. Что это, давай? Не, ну почему я? Снимаю. Уходим, бежим дальше. Вперед, за мной. Давай. Может, бэкнемся? Не, нормально. Еще. Еще это чучело зим. Блядь! Держись, Максим, держись! Бежим дальше. О, нет! Меня еще ебут! Вы что гоните? Ах ты, контакт! Сзади! Вы что гоните? Блядь! Помогите! Меня второй ебет! Блядь, я сейчас сдохну! А-а-а! Я убегаю! Я заснял. Я все, не-не-не, я лечу обратно! Пацаны! Че так стрёмно-то? Пацаны! Стой, я жду, Паша! Быстрее, Паша, давай! Стой, подсниму! Стой, давай подсниму, как ты убегаешь! Вернись обратно, я подсниму, как ты убегаешь! Давай, все, снимай, все, заходи! Заходи! О, жесть! Вот это репортаж! Вот это мы сняли репортаж! Вот это хороший репортаж сейчас был! Я спас вот эту штуку! Это жесть! Вот не, на второй планете, куда мы сейчас прилетели, начинается прям реально настоящая жесть, я не знаю. Я надеюсь, видос сохранится. Я очень хочу видос посмотреть. Так, давай сразу камеру тогда получается как? Сюда, да? А? У меня попа болит! Так там вообще жесть происходила! Все, камеру скинул. Спас хлопушку, давай. Так, извлечение видео, пожалуйста, просто пожалуйста. Ну нет, там столько монстров было, я все записал, как нашвыряют. О, кассета есть. Погнали, несем, пацаны. Пойдем закрушать. Давайте стареть. Там отборный видос. На диванчик, быстренько. Все здесь, давайте, на диванчик. Давай, вставляй. Там со звуками. Как он меня будет трахать? А где? Я ничего не вижу. Ой, ты комменты оставляй, смотри. Да. А у меня ничего нету. Про Макса что-то написали. Реально, смотри, I think fresh has a great outfit. Макс, тебя похвалили. О, нихуя, я хайл. Прям реально про нас. Да. Смотри. Вот это угарно. Это очень угарно. Во, смотри. Вот это вообще пиздец меня. Смотри, там сейчас будет момент, я подснял. Я там подснял, как Макс прилетит в меня, смотри. Смотри, сейчас Макс сюда дожди. Смотри. Сейчас Макс сюда. Бэмс просто полетел. Фрэш, вау, фрэш из Мэри Клаузи. Асинк ураган тает. 24000 просмотров. Очень офигенно. 24000 просмотров, прикиньте. Блять, вы все видите, я не вижу. А прикиньте. Сохранить видео до рабочих часов. Можно даже видос. Это очень круто. Не, вот это прям очень круто. Блин, очень классно. Ну, ребят, вы сами понимаете, что на этой планете нам... Это шокер? Да, дай. Вот, это реально шокер, смотри. А ну-ка, попробуй меня. Ох, блин, ты чё ж делаешь? Это очень угарно. Ладно, погнали, пацаны. Но мне аж страшно идти на эту планету, честно вам говорю. Это очень... Да ну нет, стой, не надо.
Все, не, не улетаем, не улетаем, не улетаем. Ждем, 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 ждем. Я твое все теребил. Все, давайте, давайте, погружаемся и летим. О, смотри, другое. Наша миссия записать. Стой, 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 подожди. Давай все, раз у нас сервис. Стой, да я, стой, вернись обратно, я подзапишу. У кого суфлер? Суфлер у кого? У меня, у меня, у меня. Все, давай, я снимаю. Камера один, дубль один. Поехали. Все, будем, друзья, сегодня мы как обычно будем вот это вот продавать. Пойдем, 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 быстрее. Так, я заснял. Начало для ролика сняли. В машине. Начали, начало для ролика сняли. Погнали дальше. Хорошо. А где же... Всем привет! Давай, нет, стой, смотри, стой, стой, стой. Смотри, как надо, иди сюда, идите все ко мне. Все ко мне, все ко мне, все ко мне. Встаньте сзади меня, встаньте сзади меня, встаньте сзади меня. И всем привет, дорогие друзья. Сегодня мы отправились на самую экстремальную заброшенную... О, что было? Помогите! Помогите! Я заснял! Я заснял! Снимаю, снимаю! Снимаю! Ну чё, чё, Макс, электрошокер, Макс! Выга было. Выга было. Выга было. Макс, давай, Макс! Электрошокером гасите её! Давай, давай, снимай, снимай! Он забагался! Он забагался, всё! Все, погнали! Погнали назад, погнали! Электрошокер возьмите у Макса или взяли уже? Я взял, дал. Все, погнали, погнали, уходим, уходим, уходим. Мы домой или идем еще раз? Записывай, записывай, Олег, записывай. Снимаю, снимаю, снимаю. Меня трахают. No way, ты что? О май факин гад. Я чекаю. Ну нет, ну нет. Уходим, уходим. Уходим, уходим, убегаем. Куда бежать? Я не помню, куда бежать. Вот здесь корабль. Пацаны. Ух ты ж. Сюда идет, нет? Я вижу ее. Я заснял ее. Что-то двигалось прямо напротив меня. Я видел только что это своими глазами. Пацаны, вы живы, нет? Короче, я полетел. Ну, это Люся реально, все, я домой. А вы все умерли или нет? Вы все, кто-то за... Да что из-за меня? Че, давайте смотреть, какой видеоматериал у нас получился. Так. Один, один. Да я опять не вижу нихуя, блядь. Блин, прикольно. Тати, 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 тати. Да я не вижу нихуя, меня бесит, блядь. О, смотри, смотри, смотри. Вот так вот, давай. Смотри. Good friend. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня мы отправились на самую экстремальную заброшенную. О, слышал? О, видел, видел! Вот это было очень круто! Удивительно! Я заснял! Блин, это очень круто! Блин, мне видос прям офигенный! Просмотры что-то не растут, пацаны, мало просмотров, мало! Надо накрутку заказать! Осуждаю. Не, нормально, нормально, по идее нормально. Давай, снимай, вот сейчас снимай, так же 20 можно набрать, 24 вот так вот. Вот 20 тысяч просмотров. Не, это хорошо, мы квоту выполнили. О, смотри, смотри, смотри. Не, офигенно, нормально, 22 тысячи. Да, да. Вот мы сделали. 20. Он даже лучше кого-то соберет. 23 тысячи. Я заснял ее. Блин, не, это очень крутая тема. То, что можно пересматривать повторы, это очень классная тема, я не знаю. 23 тысячи просмотров. Мы уже перевыполнили с вами квоту, пацаны. Мы молодцы. Я считаю, мы реально красавчики. Ну что, друзья, вот такая вот игрушка у нас сегодня была на повестке дня. Я надеюсь, вам она понравилась. Пишите в комментариях, что думаете о ней. Если хотите увидеть продолжение, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ну а на этом сегодня все. Всем до скорой встречи. Всем пока-пока. Пока-пока.